Итак, друзья, это столовая в Китайке. Давайте посмотрим, что почем и как сейчас здесь все выглядит. Есть пироженки, вилочки, ложечки, жвачки всякие разные для детей. 35 каркаде. Подпись, на так понимаю, что, наверное, все по 35. Вот так выглядят салатики, окрошечка в холодильнике. Ну и стоимость. Цезарь салат 150, крабовый 90, сельдь под шубой 120, лед 85, свекольная 65, оливье 85, капуста 65, окрошка кефира 85, греческий 100 и огурец сольный 85, французский за 90. Суп грибной 80, рассольник 70, борщ со щавлем 70, харчо 100 грамм, суп гороховый 70, борщ, суп лапша 70, это два супа солянка по 100 рублей, суп фрикадельками 90 рублей, драники по 35, бифштекс с яйцом 100 рублей, цветная капуста в кляре 60 рублей, плов 110 рублей, там разное мяско. Смотрите, ценники там, чехомбили 100 грамм 100 рублей, картошка 95 рублей, долма 80 рублей, запеченная корочка 95 рублей, биточки куриные 83, котлета по-домашнему 86, здесь тоже можете посмотреть, капуста 60, печень 100 грамм 85 рублей, перец фаршированный 90 рублей, наггетсы 30 рублей, сосиски 45, омлет с сыром начиной 100 рублей, гуляш 100 рублей с свиной, сырники 50 рублей, запеканка 80, блины с творогом 45, блины пустые, одна штука 25 рублей, гарниры 55 рублей. Вот такая красота, то есть можете увидеть. И большое помещение для того, чтобы посидеть, покушать. Здесь также есть. Так что, если вы кушали в столовой Китайки, пишите. Мы, кстати, только что встречали подписчиков, говорят, кушали, вроде бы все хорошо. Так что ждем отзывы обо всех.